Подозреваемого этапировали в СИЗО. Он обжалует решение об аресте, сообщил интернет-порталу «Кубань-24» источник в правоохранительных органах. Анзор Пруидзе является учредителем строительных компаний «Рахас Инвест» и «Юг Спецстрой». Как говорится в сообщении, в декабре было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Статья предусматривает лишение свободы на максимальный срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас Пруидзе находится в СИЗО «Армавира».